Так, ну что? Перешел я на Steam сервер в S-Zone. Решил полностью перейти на том старом сервере, теперь вообще не играю. Ну и тут уже он 12 уровень достиг. Ну то я как-то так прям взялся сразу. Ну и там с дневником вот быстро дошел. А сейчас уже больше недели вообще не играю, не захожу в игру. Как-то ни времени нет, ни настроения. Переиграл, в общем. Ну и хочу тут доделать квесты. Уже торговец Шпирлингом. Время собирать камни. В общем, которые уже есть квесты, их доделаю. Как раз уровень подниму. 14 уж точно будет. Чтоб там на караван, как я хотел. Ну и тут и останусь на этом сервере. Уже тут буду снимать видео. Вряд ли я там уже что-то буду снимать. Ну, посмотрим. Почему перешел? Решил, что все-таки это какой-то такой очередной шаг для разрабов ответственный. Вот попасть в Steam. И тут они за сервером будут все-таки следить, как-то посерьезнее будут относиться. Первостепенной важности для них будет этот сервак. Ну, мне так кажется. Хотя, с другой стороны, могут ведь и выпнуть нафиг отсюда. И потеряешь все, и аккаунт, и всю эту прокачку, опять все коту под хвост. Ну, посмотрим, что там будет. Вот так. Кстати, игра сначала, сколько же, 99 центов что ли стоила? То есть продавалась за деньги в Steam. Или 25 центов. Ну не помню, короче, там не важно. Ну не больше доллара, там за центы, короче, продавалась она. И я не сразу заметил, что на персонажа выделили 100 голды. Ну и создал, в общем, на каждый персонаж дается по 100 голды. На них накупил чертовок всяких, брусниковок. Ну и скинул потом на один персонаж. Сейчас у меня там целый склад чертовок этих брусниковок. Вот так вот. Я не знаю, сейчас дается или нет. Хотите, проверьте. Я новых как не как вот создал там сколько, 9. Ну и на них получил, не удалял их потом, не пытался новых создавать. Ну не знаю, может быть работает, это баг какой-то. Но я не пытался. Можете попробовать. А хотя сейчас, по-моему, игра там недоступна даже для скачивания. Она сейчас бесплатна, но ее там скачать не так просто. Там что-то в командной строке нужно прописывать. Что-то я там особо не интересовался. Ну, в общем, усложнили там как-то все. Ну, вопрос решается. Разработчики говорят, скоро будет все нормально. Ну, я надеюсь. Главное, чтобы вообще там окончательно не выперли игру. А то только появилась, осветилась там. И давай, до свидания. Все-таки серьезная контора это. Steam. Ну, я так думаю. Может и нет. Аномальные новости. Ну, опять же, делать аномальные новости, там вот эти 2-3 минуты сделать, это надо кучу материала насобирать, напридумывать там, как это все озвучить там. Ну, у меня сейчас, к сожалению, нет времени на игру. Но это раз. А во-вторых, ну, действительно, приелось. Уж переиграл, особенно в первые дни, как только начал вот играть, чтобы поскорее уровень поднять. Кстати, вот на те же деньги вот купил рюкзак и джекхаммер. Ну, на одном персонаже купил рюкзак, на другом джекхаммер. Все скинул. Теперь тут. Хорошо, они мне помогли вот уровень поднимать. Ну, уже скоро кончится. Ладно, ничего страшного. Вот, аномальные новости эти. Ну, чтобы сделать эти 2-3 минуты, надо реально ходить, тут смотреть, высматривать, снимать. Ну, нету, к сожалению, времени. Ну, появится. Обязательно будут еще выпуски. И квесты будут. Ну, не могу сказать точно когда, но будут. Кому интересно, следите за каналом. Все появится. Ну, все равно, вот сейчас пока что не говорю, нужно поднять уровень. Ну, это уровень, само собой, эти квесты сделать старые, которые уже были. Потому что я все-таки видео по квестам делаю. Там не бегание вокруг костра или там ПКшество, сливание какое-то. А вот именно по квестам видос, ну, пока что. Возможно, в будущем появится хороший компьютер. Там можно будет
еще что-нибудь замутить интересное. Пока что только так. Чтоб не думали, что я там пропал куда-то. Ну, вот коротенькое такое видео снял. Пока вот так. Ну, в общем, вот так вот.